Hi guys, welcome back to Junris Vlogger Reaction. For this video reaction, let's go to Russia. Privet and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? I hope you're doing well and amazing. And the title of this video that we need to do some reaction for today, as you can see on my thumbnail, Putin shocked St. Petersburg's forum participants with frankness. And credit to the owner also with the video to Vestin News. I'll put on the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. And I really want you to turn on the CC down there for your English and Russian subtitles so that you can understand also to those our Russian and English friends or foreigners friends. Let's get to it, guys. Enjoy. And I really want to hear also with you at the comment section what are your thoughts with regards to this video, Putin shocked St. Petersburg's forum participants with frankness. То, что сегодня иногда с юмором и иногда жестко заявил Владимир Путин, уже разошлось по заголовкам мировых СМИ. Почему Запад сел нам на голову и жует жвачку? Поможет ли России развал НАТО? Кто ограничивает суверенитет Германии? Все это звучало в Петербурге. Ключевое событие Международного экономического форума – пленарное заседание. Участие в нем, помимо российского лидера, приняли премьер Индии и президент Молдавии. Тема дискуссии – главные международные события, в центре которых Россия. Репортаж нашего политического обозревателя Павла Зарубина. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Разговор будет очень ярким. Показали первые же секунды Петербургского форума, когда, чтобы поприветствовать лидеров России, Индии и Молдавии, все в зале встали. Моделятор, звезда американского телевидения Меган Келли, словно символизировала собой всех тех, кто в США с утра до ночи сейчас рассказывает о вмешательстве России в американские дела. Выборы испортили, компьютеры атаковали, а вот еще подозрительно себя ведет российский посол. Наш посол с кем-то встретился. А чего послу делать? Это его работа, он деньги за это получает. Он должен встречаться, обсуждать текущие дела, договариваться. Он что там должен делать? Ходить на всякие, во всякие заведения, что ли? За посещение которых у вас работу выгонят потом? Нет, он... это же его работа. А его обвиняют в том, что он с кем-то встречался. Ну вы совсем там спятили, что ли? Ну, ничего конкретного. Просто ноль, зеро, вообще ничего. Удивительно просто. Это very straightforward and very frank the way how he just answered question. Ну таблетку что ли надо дать вам какую-нибудь? Есть таблетка у кого-нибудь? Дайте таблетку туда. Ну правда, честное слово, удивительно. Таблетка, судя по всему, не поможет. Меган Келли, возможно, для яркости дискуссии, возможно, потому что сама живет в американской информационной среде, словно ничего не слышала и из раза в раз повторяла одну и ту же мысль. Все 17 агентств по разведке США сделали вывод, что Россия вмешивалась в выборы, они что, все неправы? А вы читали эти отчеты? She really have the confidence to ask that question. Я публичную, общественную версию, которая не засекречена, читала. Публичную, общественную версию. То есть никакую. А кто шил костюм? Нет, карманы хорошо пришиты? Хорошо. Пуговицы хорошо? Хорошо. Есть претензии к пуговицам? Нет, пришито намертво. Но костюм носить невозможно. Такое бывает? Было у одного из наших сатириков. I love the way how he answered questions like this. Значит, вот и сейчас тоже вы мне говорите о публичную версию. Я читал эти отчеты. I like the way how he's making the analogy of the way the question was thrown. Даже в этих отчетах нет ничего конкретного. Вот если конкретно. Right. I agree. Будет предмет обсуждения. Как в одной организации, в которой я раньше работал, говорили... Адреса, явки, фамилии. Давайте, где это все? Но там сотни фактов против России. Там IP-адреса, отпечатки пальцев. Какие отпечатки пальцев? Отпечатки копыт, скажите, рогов. Какие, чьи эти отпечатки? Значит,
IP-адреса, их можно вообще придумать. Знаете, каких сколько много специалистов? Right. Они сделают так, что это из вашего адреса, с домашнего. Дети ваши послали, младший ваш ребенок трехлетнего возраста. They так все организуют, что именно ваша девочка трехлетняя совершила эту атаку. Really такие специалисты сегодня I'm enjoying with this forum. Enjoying with this. Что угодно придумают, а потом кого угодно обвинят. Это не доказательство. Это попытка переложить с больной головы на здоровую эту проблему. А проблема не в нас. Проблема внутри американской политики. Вот в чем проблема. Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думаю, ну, перебирает мужик, честное слово. Это правда. Но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения и к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку. И они пришли и проголосовали за него. А другая команда просчиталась. Признать эту ошибку не хочется. Не хочется говорить, что это мы такие, значит, ну, извините, что-то не догнали, что-то не продумали. Легче сказать, что мы не виноваты. Это виноваты русские, они вмешались в наши выборы. Yeah. А мы хорошие. That's how the people, the foreigners will say. Во всем евреи виноваты. I agree. Понимаете? Сам придурок так ничего сделать не может, евреи виноваты. Но мы знаем, что к чему приводят такие настроения. Ничем хорошим они не заканчиваются. Причем есть русские. Русские, что ли, там занимались этой кухней протаскивания одного кандидата от демпартии в ущерб другому. Не мы же это делали, по-любому. Это же они там внутри делали. Президент Трамп говорил, что он считает, что Россия стоит за этим. Что говорит президент Трамп конкретно? Тоже, дайте мне текстовку, что он сказал? Что он победил благодаря российскому вмешательству? Что? Я что-то такого не видел. Он вышел и сказал, мне кажется, русские сделали это, но больше так не поступят. Вот ей кажется. I really like this lady and asking question with Putin, like, with confidence. I know that question not comes from her, but she really did a fantastic job asking question like this. По поводу вмешательства. Вы посмотрели, чего ваши коллеги у нас делают? Да они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили, значит, и жвачку жуют. Развлекаются просто. Это систематическое, на протяжении многих лет, грубое, абсолютно бесцеремонное, в том числе даже на уровне дипломатических ведомств, вмешательство прямо в нашу внутреннюю политику. Заканчивайте, давайте. И вам легче станет, и нам. Премьер Моди, Путин сказал, что не вмешивается в дела других стран. Вы верите в это? У Дадона спросите, он знает. He's very smart and brilliant. He's making jokes of it, of the question thrown at him. But вы говорите об Америке, России, Трампе, Клинтон, о таких лицах. Мне не кажется, что нужен такой судья, как я. Да, не тут-то было. С индусами непросто. Древняя философия. Это мы, люди простые, прямо отвечаем то, что думаем. Right. Американское телевидение руководствовалось мудростями американской школы журналистики, когда всех запугали Россией, но все больше и больше интересовались мнением России. Трамп объявил о выходе США из парижских соглашений по климату. Европейские лидеры быстро отреагировали и обвиняют его. А как вы к этому относитесь? Я не отношусь к числу европейских лидеров. Во всяком случае, они так не считают. Very smart, direct to the point. Boom. Нет, не читал, я вижу. Вот сегодня в Москве, говорят, снег даже был. Здесь дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм. Что это? Все, они виноваты. Но мы этого делать не будем. Это соглашение, оно же даже не вступило еще в силу. Оно должно вступить в силу с 2021 года. Так что у нас еще есть время, если мы все будем конструктивно работать, мы еще можем о чем-то договориться. Don't worry, be happy.
Уж кто сейчас точно взволнован, так это вся Европа после публичного признания Меркель, что сейчас при Трампе Европе надо рассчитывать только на себя. Канцлер Австрии сегодня продолжил. Мы такое чувствуем впервые, чтобы американский президент хотел действовать в интересах ослабления Европы. И Европа должна сделать вывод. Есть вещи, которые мы просмотрели. Не хочется никого обижать, но вот то, что сказала госпожа Меркель, это продиктовано в том числе давно накопившейся такой обиды, уверяю вас, чего бы она потом не ответила, на то, что суверенитет ограничен. И в рамках, кстати говоря, военно-политических союзов он ограничен официально. Там прописано, чего можно, чего нельзя. А на практике это еще жестче. Ничего нельзя, кроме того, что разрешают. Кто разрешает? Начальство. А где начальство? Ну там, далеко. Вот эти склоки вокруг НАТО, помогают ли они России? Помогают ли они России? Ну, в том смысле, что НАТО может развалиться, да, тогда помогут. Но пока что-то мы не видим развала. Сейчас нет ни Варшавского договора, ни Советского Союза, а НАТО существует. Возникает вопрос, а зачем? Ответ только один. Что бы там ни говорили. Это инструмент внешней политики Соединенных Штатов. Если говорить о последней встрече на высшем уровне, то Соединенные Штаты требуют от своих союзников повышения военных расходов. И в то же время, одновременно говорят о том, что НАТО ни на кого нападать не собирается. А если вы ни на кого не собираетесь нападать, зачем увеличивать военные расходы? Вот говорят о том, что НАТО должна более активно работать, бороться с терроризмом. Мы только что проводили крупную международную конференцию по вопросам безопасности. И очень многие представители с американского континента, из Европы, нам на ухо шепчут. Нас уговаривали в Брюсселе и Вашингтоне не ехать в Россию. Это что такое? Вот люди, которые занимают такую позицию, они каким местом своего тела думают? Люди ездят в бронированных машинах, они в безопасности. Они не чувствуют угрозы для своих собственных граждан, похоже. А уж на несобственных граждан, как показали в том числе события на Украине, они вообще не хотят обращать внимания. Запад поддержал в стране госпереворот, спровоцировал там гражданскую войну. Теперь требуют от России выполнять Минские соглашения. Мы постоянно слышим, вот если исполнит Россия Минские соглашения, то все будет хорошо. Россия не может исполнить Минские соглашения в одностороннем порядке. Мы готовы содействовать этому. Но мы не можем сделать то, что должны киевские власти сделать. Договорились о том, что нужно заняться экономической реабилитацией вот этих непризнанных республик, этих территорий. Right. А что на практике происходит? Радикалы взяли и заблокировали вообще всякое движение людей и товаров. Президент Порошенко предпринял попытку разблокировать, устроил там драку и стрельбу в воздух. Так ничего не сделал. И через день или через два дня, хотя публично заявил о том, что те, кто это делают, чуть ли не преступники, их нужно призывать к порядку. Когда понял, что он не может это сделать, взял и сам издал указ или декрет о том, что он присоединяется и официально вводит эту блокаду. Или вот сейчас взяли и закрыли все российские средства массовой информации, не пускают туда наших артистов, журналистов. Закрыли теперь социальные сети. Вот вы журналист. Свободный обмен информацией где? Кто его обеспечит, в том числе на Украине? Почему все молчат об этом? Почему все требования обращены только к Москве? Так мы никогда не решим ни одной проблемы. Если вы сами эту кашу заварили, а вы в значительной степени заварили эту кашу сами, хоть что-нибудь сделайте для того, чтобы закончить эту проблему. Разорвать между Россией и Западом. Все последние годы пытаются и Молдавию. Действия нового президента Дадона, нацеленного на нормальные отношения с Москвой, вызывают явное неудовольствие. Но сегодня молдавский лидер с трибуны Петербургского форума публично заявил, Молдавию и Россию рассорить больше не удастся. У нас общая многовековая история. У нас общая православная церковь, общая вера. 98% граждан Республики Молдова православные. У нас общая победа в Великой Отечественной войне. И никому у нас это не отнять.
требуют от России соблюдать международное право, западные страны, напомнил Путин, словно подзабывают, что сделали с целыми регионами и странами. А сейчас в Йемене что происходит? Там тоже свергли президента, но весь западный мир во главе с Соединенными Штатами поддерживает действия стран, которые фактически ведут там боевые действия. Нам чего, тоже во всей Украине надо было вести боевые действия, так что ли? Давайте мы договоримся о единообразном понимании норм, основополагающих принципов международного права. Right. И будем придерживаться этих правил. Потому что пока этого нет, пока внедряется право сильного, кулачное право, до тех пор будут у нас возникать проблемы, которые мы сейчас наблюдаем в Северной Корее. Вот уже несколько лет подряд жестокая война идет в Сирии. Еще один итог западного вмешательства. Но и здесь пытаются, что называется, кивать на Москву. Наш президент говорил о том, что вы поддерживаете там злого человека. Он говорил об Асаде. Вы верите в это? Во что? В том, что Асад злой человек? Да. Мы защищаем там не столько президента Асада, сколько сирийскую государственность. Right. Мы не хотим, чтобы на территории Сирии возникла ситуация, сопоставимая с Ливией или с Сомали, или с Афганистаном, где НАТО присутствует уже в течение многих лет, а ситуация к лучшему не меняется. Асад совершил ошибки? Да, наверное, немало. А те люди, которые ему противостоят, они что, ангелы, что ли? Это кто там людей убивает, детей казнит? I get the point. It's very nice. Кто голову отрезает? Это что, люди, которых мы должны поддержать? Вы знаете, что мы с нашими коллегами американскими просто до посинения спорили по поводу того, наносить удары по каким-то территориям или нет? Нет, туда нельзя. Почему? А там здоровая часть оппозиции. Но мы говорим, ну там же еще и ИГИЛ, и Джабхат ан-Нусра. Да, но там все перемешано так, что не понять, где находится. Ну разъедините их тогда, что приличные, порядочные люди делают вместе с террористами. Вы их контролируете? Пусть уйдут. Пусть дадут нам возможность бороться с террористами. Нет, не трогайте. Почему это? Ждать, пока они к нам приедут или к вам, мы не будем. По поводу людей, которые были убиты, значит, пострадали от применения оружия, в том числе химического оружия. Это ложная информация. Мы вот на сегодняшний день мы абсолютно убеждены, что это просто провокация. Асад этого оружия не применял, и все это было сделано людьми, которые хотели его в этом обвинить. То, что Меган Келли готовится к яркой дискуссии, стало понятно накануне вечером, когда российский президент и индийский премьер проводили переговоры в Константиновском дворце и вечером познакомились с журналисткой. Будете стараться нас немножко помочь? You'll kind of grill us with questions. That's right. I'm looking forward to that. Wow. Are you ready for me? It's very incredible. I love сегодня her. Тот разговор слушать вдвойне интересно. Мы сможем завтра с вами вести беседу. We'll not be able to communicate with you tomorrow. We'll not be able to communicate with you tomorrow. Before the forum? До форума. Нет, вообще не сможем. На форуме не сможем. No, we'll not be able to communicate during the forum. What do you mean? Как это? Мы будем вами любоваться. We will look at you. He will not focus. I get. I have a way of making myself heard. А я знаю, как сделать так, чтобы меня слушали. He's amazing. Один из вопросов сегодня был про российскую экономику. Вряд ли до того момента многодетная мать Келли знала, что в России платят материнский капитал после рождения двух детей. Путин also admired. Если вы были российской гражданкой, мы выплатили бы и вам семейный капитал. Именно развитию российской экономики, конечно, была посвящена большая речь президента. Уже сейчас мы можем сказать, что в экономике началась новая фаза подъема. ВВП России растет третий квартал подряд. По предварительным оценкам, в апреле прирост составил уже 1,4%. Сегодня мы практически достигли целевых ориентиров по инфляции. Ожидаем, что по итогам года она будет ниже целевой, то есть ниже 4%.
Благодаря этому Банк России постепенно снижает процентную ставку. По итогам первого квартала приток прямых иностранных инвестиций в отечественную российскую экономику составил 7 миллиардов долларов. Сегодня складывается ситуация, когда рост инвестиций превышает рост ВВП. Нужно поддержать, ускорить все эти позитивные тенденции, чтобы уже на рубеже 19-20 годов выйти That's на nice. Опережающие темпы экономического роста выше мировых. Российские эксперты подготовили сразу несколько программ развития страны. Ставка на частную инициативу, развитие цифровых технологий, повышение производительности труда. Экономические итоги форума начинают подводить, но уже известно, что только в первый день, накануне, здесь подписано соглашение на 400 миллиардов рублей. И это лишь те документы, информация о которых не является коммерческой тайной. Петербургский форум продолжает удивлять. Вау. Павел Зарубин, Петр Равнов, Андрей Мельников, Юрий Лебедев, Владимир Озеров и Александр Терпугова. Вести, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Thank you so much, Vesti News, for this amazing and very interesting and incredible topic of this, like, of how Putin answering this question. I really don't want to tackle about the issues with regards, because I know it's like a broad issues. But on the other hand, I would like to say of how Mr. Putin answered with this question and with the journalist. That's amazing of the way how he just. You can see of the facial expression of Mr. Putin, no ounce of doubt the way how he just answered the question through at him. He just very brilliant and so amazing of the way how he just answered those issues, and he knows everything. Oh my God, smartness that he has, how amazing he was to deal with those issues with regards not just with the Russia or outside countries, also how he dealt with it. Wow, really have much love and respect to this amazing, brilliant, strong, and powerful president from Russia. He is indeed one of a kind president in the world. Miss Kelly also, the way how she threw question with such confidence to Mr. Putin, and the way how she dealt, and Mr. Putin also dealt with that wonderful question and strong question. Like, it's really true. And this is amazing. Like, you can see and you can sense the way how he just gave his answer in detail, frankness and straightforward. My God, that's how you answered in a situation like that without no ounce of doubt, answering with that wonderful question also. Thank you so much. I hope guys you enjoyed watching with this one, because I enjoyed it so much. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put on the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share, and subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React, saying humble and stay positive guys. If you want to connect, my social media account is in here. If you want to connect, my second channel is on the description box below. Thank you so much, Privet and Spasibo to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye and see you in my next video reaction. God bless po and mabuhay tayong lahat.